Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі знайомство з колекцією. Кайман Каля – одна із старішин Миколаївського зоопарку. Рубрика «Позитив» – таргани, які співають. А у новій рубриці «Наш дендропарк» розглянемо юбку. Старішиною акватераріуму Миколаївського зоопарку є крокодиловий кайман на ім'я Каля. Каля не просто довгожитель, вона справжній герой, адже пережила пожежу. Да, наверное, один из долгожителей этого помещения, потому что Вася у нас жил в другом помещении, и его не коснулся пожар. А вот животное, которое коснулся пожар, в общем-то, она одна из выживших, и сейчас живет, и здравствует, и очень она добродушная, очень любит людей, очень любит, когда на нее обращают внимание, она очень контактная бывает, то есть она не уходит от контакта, ее можно погладить, ее можно почесать, почистить. То есть животное контактное, не цирковое, но в принципе с этим животным можно работать, можно смело зайти к ней в террариум. То есть это девочки у нас не боятся ее, за исключением новых людей, конечно. Персонал зоопарку намагається створити ті умови проживання, які є найбільш комфортними для рептилій, у тому числі і умови для полювання. Ми часто їй для того, щоб вона отримала хоч якийсь мацеон, пускаем рыбу в аквариум, ее так называемый водоем, и она с удовольствием охотится. Ну, места, конечно, не очень хватает, но тем не менее, она устраивает здесь такие погромы, что, в общем-то, привлекает очень много людей, которые находятся в зале, потому что это очень громко, это очень громко и это очень зрелищно. Каля вже похилого віку. За людськими мірками її можна причислити до бабусь, їй більше 30 років. Тож зараз вона веде спокійний спосіб життя. Загалом представники її виду живуть 50-60 років, тому все ще попереду. Дівчинка дуже контактна, вона любить, коли к ней хорошо относятся. Поэтому она, в общем-то, позволяет делать с собой очень много манипуляций. То есть ее можно взять на руки, ее можно перенести с места на место. Можно девочке периодически, им приходится делать уборку внутри помещения. То есть они делают это при каймане, но это я не рекомендую делать людям, которые не знают, как себя вести с животным. То есть для того, чтобы работать с таким животным, в любом случае, они накрывают там глаза, допустим, какой-то тканью, чтобы боковым зрением не увидело животное что-то такое, привлекшее ее и заставившее ее охотиться. Поэтому, в принципе, она хорошо реагирует на девочек, которые с ней работают. Але варто знати, що спокійний стан Калі – це не ознака старості, а виявлення її хижих інстинктів. В природі вони, звісно, дуже швидко і реактивно рухаються, можна так сказати. Тут трохи стеснені умови, тим не менше, вона при своєму віці, при тому маломальському маціоні, вона доволі подвіжна, вона доволі активна. І, в принципі, вона дуже швидко рухається. Героем нашей рубрики «Позитив» будут персонажи многих фильмов ужасов – кукарача. Это вообще с испанского переводится «таракан», а перед вами это мадагаскарский шипящий таракан. Одним из самых больших тараканов в мире, средняя как бы длина, вот как раз ведь они с вами общаются, средняя длина таракана 6-7 сантиметров, но и некоторые особи могут достигать до 10 сантиметров. Вот такие тараканы. Незважаючи на те, що подібні тарганиська для декого персонаж дитячих страшилок, фантастичних або фільмів жахів, у багатьох країнах ці істоти у списку домашніх улюбленців через свою комунікабельність, екзотичний вигляд та безпеку для оточуючих. Та ще й дуже прості в утриманні.
как их содержать. Вам необходим террариум 25, например, 30, ну, сантиметров и больше, субстрат, это или опилки, или какая-то кора. Также кушают, они всеядные, могут кушать овощи, фрукты, салат и все, что вы им предложите. Меню у них очень вкусное и разнообразное. Бананчики, яблочки. У комфортних умовах вусаті співаки починають дуже швидко розмножуватись. Нашу знімальну групу попередили про те, що ці самочки при надії, і хвилюватися їм не можна. Інакше ще новонароджені тарганчики можуть загинути. Беременность у них 2-3 месяца, рождаются от 25-30 тараканчиков. Тараканчики маленькие рождаются белыми, и они называются нимфами. Через некоторое время они становятся именно коричневого цвета, у них потом проходят линьки, и они становятся взрослыми особями. А якщо ви хочете побачити кукарачів у природних умовах, тоді вам слід збиратися у мандрівку. Встретить их, если вы путешествуете на острове Мадагаскар. Это эндемик острова, живут они в подстилке леса. Вот такие интересные особи. Мабуть, одна з головних загадок мадагаскарських тарганів – їх голос, а точніше – шипіння. В чому ж секрет? Почему они шипят, да? Еще называется именно мадагаскарский шипящий таракан. Самцы шипят – это охрана от хищника и привлечение самки. Если между самцами идет борьба, им надо, кто первый откусит, например, вот эти усики антенны, тот, скажем так, победит. Ну, почему я так говорю? Без усиков самец уже не сможет завоевать самку. Именно шипят они воздух, именно сокращение тела, мы происходит такой именно характерный звук для именно этих. Вот, видите, они с вами общаются как раз. Мы опасность. Они сейчас защищают, именно говорят, не подходи ко мне, я опасен. І справді трохи лячно. Чому ж таких страшних звірів показують у рубриці «Позитив»? Запитаєте ви. Ну вот смотрите, вы на них смотрите и улыбаетесь, это первое, это уже позитив. Второе, это то, что у каждого свои вкусы, и действительно сейчас увеличивается именно количество людей, которые начинают переходить именно вот на таких животных. Позитив, можно за ними смотреть, они очень приятные в общении, каждый выбирает свое, поэтому позитивненько, скажем так. Тигра пока мы вам предложить не можем потрогать, а тараканов, вот как раз давайте руку. Сегодня, нет. Да. Нет. Ну, позитивненько. Вот, видите, ведущий ощутил полный позитив. Смотрите, этих тараканчиков также из... Мама, ты это видишь? Да, вот передайте привет маме. Мама, передаю привет. В некоторых странах модницы, конечно, это немножко негуманно, любят прикреплять стразы. И на цепочке этот таракан путешествует у вас по спинке и привлекает внимание окружающих. Нет, мы любим животных, поэтому мы не будем цеплять никого просто на иголку. Просто содержите в домашних условиях, размножайте, кормите вкусной едой и получайте просто удовольствие от общения с живой природой. Миколаївський зоопарк по праву вважається одним із кращих в Україні та Європі. Та мало хто знає, що крім екзотичних тварин, на його території розмістилася унікальна колекція рослин. Ми з повною впевненістю можемо сказати, що на нашій території зібран шикарний дендропарк. Ми стараємося, ми прилагаємо багато зусиль, щоб возле кожної екзотики у нас стояла табличка. Проходя по нашему парку, посмотрите, пожалуйста, почитайте таблички, которые вам расскажут много интересного и нового о растениях, которых вы раньше ходили и просто не замечали. На цій території зоопарк діє вже майже 40 років. Весь цей час його співробітники невпинно працюють над тим, щоб бути справжньою оазою посеред міста. Тож не дивно, що тут оселилися зелені гості з різних куточків нашої планети. Мы сотрудничаем с многими ботаническими парками и садами Украины. В частности, вот экзотические растения многие годы привозились из Никитского ботанического сада. У нас есть растения, которые подарены нам другими зоопарками мира. В частности, у нас растут сакуры на склонах наших
на склонах отдела хищных животных Сакуры, которые подарены Ташимицу Дои, директором японского зоопарка. У подальших програмах ми покажемо вам найекзотичніших представників дендропарку. Сегодня в рубрике «Наш дендропарк» я вам расскажу об интересном растении, которое называется юка. Чем интересна юка? Тем, что это единственное растение, которое имеет древесный стебель и относится к классу однодольных. Для справки, к однодольным растениям на нашей планете относятся только злаки, кроме юки. Ця приваблива вічно-зелена рослина є далеким родичем спаржі і походить з Північної і Центральної Америки. В роду у юки налічується близько 40 видів. Интересно это растение тем, что еще древним индейцам оно было известно как самое мощное волокно природное на тот момент. Из этого волокна индейцы научились ткать ткань, которая является прообразом джинса, а также прообразом брезента. Брюки из юки были настолько прочны, что их можно было передавать по наследству. Юки – деревовидні рослини зі стобуром або розеткові, залежно від виду. Жорсткі мечоподібні листя різноманітних юк довжиною від 25 см до метра. Вони зібрані на верхівці пагона або утворюють прикореневу розетку. Обратите внимание на кончик листа этого растения. У некоторых видов он напоминает иголку. Этой иголкой мексиканцы пользовались для шитья. Ці чудові рослини знаходять на батьківщині різноманітне застосування. Наприклад, їх використовують у лікувальних цілях. Сік із зрізаних квіток містить багато цукру. Зараз із листя деяких видів юк отримують волокно, яке йде на виготовлення мотузок та інших плетених виробів. 100 років тому почтове агентство США ізобрело крафт-картон. Іменно на основі волокон юки. В крафт-картон упаковували посилки і бандеролі. Волокно настолько прочное, что в наше время его добавляют к бетону, и оно несколько раз повышает прочность бетона. Численні квіточки є окрасою юки. Їх може бути до 300 штук на одному кущі. Білі або зеленкуваті дзвоники можуть виростати до 7 см у довжину. На місці квітів у юки з часом з'являється суха коробочка або соковитий плід. В наших широтах это растение плодов не дает. Цветы, к сожалению, оказываются стерильные. По той причине, что там, где живет это растение, там же водится бабочка, опылитель этого растения – моль. Моль отдельного вида, которая является специально опылителем этих цветов. В наших широтах, если мы хотим получить семена юки, опыляют искусственно кисточкой, и тогда получают плоды, которые тоже могут употреблять в пищу. Дорогие горожане и гости нашего города, проходя по аллеям и паркам нашего замечательного зоопарка, обращайте внимание на таблички, которые стоят под растениями. Я вас уверяю, прочитав их, вы узнаете много нового и интересного о наших с вами растениях и об экзотах, рассаженных на территории Николаевского зоопарка.